Приветствую всех на канале Феерия Вкуса Рецепты. Недавно на одном из кулинарных сайтов увидела рецепт салата с чипсами и решила его проверить, так как салат называется подсолнух и выглядит очень оригинально. Поэтому покажу, как приготовить салат подсолнух и обязательно расскажу свое мнение о рецепте. А если хочешь еще больше новых и вкусных рецептов, подписывайся и ставь лайк. Для салата внешне салат подсолнух с чипсами смотрится очень празднично, но за красивой оберткой скрывается очень даже неприятный вкус. Возможно, рецепт с жареными грибами и вареным филе лучше. Это, конечно, чисто мое мнение и, возможно, у вас другое. Напишите, пробовали ли вы салат подсолнух и понравился ли он вам. А если проверка салата с чипсами была полезна, ставь лайк и подписывайся на канал. Не забывай нажимать на колокольчик. Всем отличного настроения и приятного аппетита!